Вот здесь как раз я читала об этом темпле. В этот темпл приезжают люди, ну, конечно, поклоняться, как обычно, но и здесь привозят новые машины, чтобы сделать им пуджу. Посмотрите, вот так вот мы сюда входим. Эти женщины уже стоят, просят денежки. Мандир Лакшман был заложен в Трета-Югу, то есть это в эпоху, которая была до этой. Я просто читаю, что написано об этом темпле. Посмотрите. Это обязательный ритуал Индии. В Индии при покупке новой машины делать ее благословение, чтобы она была под защитой. Вот сейчас это и происходит. Мы пришли в этот темпл, и вот здесь кто-то, эти двое мужчин, пуджу для новой машины. भगवान भला होगा मेरी सुंदरा रानी बेटी हाँ और बढ़िया गाड़ी लेके आएगी हमेशा खुश ही रहो लक्ष्मण सिंह बाबा तुम्हारी सुख के बेड़े पार होंगे हमेशा खुश रहो Thank you.
поливает машину кокосовым молоком. Вау! И кокосы выбросили. Собака пошла есть кокосы. Защита машины. Видели собак, которые едят кокосы? Вот она, красавица. Джейха. Ну вот и все. Машина под защитой. Осталось получить только номера. Кришна!